Продолжаем строить социальную сеть на Django. В этом курсе мы с вами закончили настройку Bootstrap. Задача наша состояла в следующем, чтобы подготовить страницу. Ну, я тут особо замысловатости не был. То есть создали бар, создали футер, то есть подвал. Сделали страницу. Кроме этого, подготовили базовую страницу контента, чтобы потом вставлять. Вот, вы сделаете красивее, понятно, я из-за того, чтобы экономить время, делаю быстро и только самое необходимое, потому что у нас занятия не по дизайну, а по программированию. А уже, ну, чтоб нам надо же какое-то меню, поэтому вы выберете себе там любые цвета. Я сделал таким образом, пусть будет так. Итак, дальше можно уже приступать к написанию самой социальной сети, потому что, в принципе, заготовки все есть.